Вот традиция весенней охоты, если так вот исторический экскурс сделать, да, она, скорее всего, больше не российская, а немецкая, если уж так объективно говорить. Потом не было в традиции ни украинцев, ни белорусов, ни россиян добыча птиц в период размножения. То есть это весна же не просто вот весна сама по себе, да, там снег сходит, тепло, это период размножения прежде всего.